самом деле, как Господь говорил, что сокровища и сердце на самом деле, они очень взаимосвязаны. Потому что обычно вот в культурах, я так наблюдаю, допустим, культуры разных народов, по милости Господней за вот эти годы Бог дал возможность служить в разных культурах очень. И сам я больше знаком с детства с татарской культурой, потому что моя родня больше всего, чаще всего это татары, значит, по матери я Ибрагимов и такая большая мусульманская семья. Значит, и знаю татарскую культуру, знаю, ну, чуть меньше, но знаю хорошо русскую культуру, знаю украинскую культуру, еще меньше, но знаю ее уже хорошо, более-менее. Белорусскую знаю культуру немного, значит, грузинскую культуру. Разных народов, где вот доводится проповедовать Слово Божье, я присматриваюсь, ну, молюсь за разные народы. Но вот что интересно, вот в разных народах есть, конечно, разные свои плюсы, минусы, какие-то свои суеверия, какие-то свои страхи, какие-то свои плюсы, какие-то свои доблести. Но чаще всего, интересно, отношение, допустим, к материальному, да, не как к духовному, чаще всего. Вот есть такое разделение, да, вот есть духовное, как бы, да, а вот есть как бы недуховное, вот материальное, физическое. А на самом-то деле Бог-то все это создал. По матери я татарин, по отцу еврей, но если по материнской линии хотя бы сохранили какую-то культуру, татарскую, то по отцовской совсем наплевали и забыли, и стерли с памяти вообще все еврейское. Но я стал интересоваться. Знаете ли, мне стало очень интересно, особенно будучи вот священнослужителем, реформатором тем более. Мне стало интересно, ну от чего же так вот шарахались мои предки, родители, дедушки, бабушки. Почему они так вот открещивались от еврейства? Почему отец мой до самой смерти фактически считал, что быть евреем это проклятие вообще? Вот, ну, не повезло в жизни. Вот родился евреем, не повезло в жизни. Вот все люди как люди, вот, а мы евреи, несчастные. Такие убогие, как бы вот забытые. Ну, такое отношение ненормальное. А мне стало интересно, почему? В чем причина? Знаете, скажу так, я понял такую вещь, что Бог действительно, вот как Павел говорил, от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Все народы, все племена. И по сути, весь род человеческий это его дети. Он любит всех нас. Он доказал это на самом деле, свою любовь, серьезность свою, он доказал своей любви, искренность и истинность, он доказал. Возлюбив этот мир, он отдал своего сына за нас. Это действительно было доказательство раз и навсегда его святой любви. Слава Богу. И знаете, Господь в слове, если мы читаем Библию внимательно, открывает интересную картину, что вообще все в этом мире, да, это его. Мне очень понравились вот эти размышления тоже. Я как-то наблюдал тоже вот за последними этими откровениями, молитвами тоже, что вот от него, от папы, все для папы. Здорово. Чем такой колорит, это вот. Да, мне очень понравилось. Потому что на самом деле это правда. Потому что все от него. Нет на земле ничего вообще, чтобы не им было бы создано вообще. В этой вселенной нет ничего такого, о чем бы он не знал, о чем бы он не догадывался. Все он создал вообще. И знаете, он как творец, как великий художник, будем так говорить, да, автор всего этого, он действительно по-настоящему любит свое творение. Даже если кому-то не нравится. Вот я художник по своей специальности, доцерковный, да, и вот все, что я делал, даже если другим моим товарищам не нравилось, допустим, то, что я писал, допустим, какие-то пейзажи некоторые, какие-то там натюрморты, даже если учителям никто не нравилось, у меня мне нравилось. Это мое. Знаете, это мое. И тем более я представляю, великий художник с большой буквы, Бог. Даже если кому-то что-то не нравится, даже если кто-то чем-то недоволен, да, даже если, к примеру, я сам собой недоволен, да, и, допустим, другие люди недовольны мной, или я кем-то недоволен. Все равно, он доволен. Он очень счастлив, он художник. Он всегда, всегда, всегда доволен.
И вот знаете, вот, это настолько трогательно, настолько удивительно. Я вам скажу, что вот читая Писание, Ветхий Завет, Новый Завет, да, вот всю Библию, мы картину видим потрясающую, действительно, того, что вот он доказал однажды и навсегда свою любовь к этому миру. И я так рассуждаю, что вот до Иисуса Христа, до того, как Христос пришел в этот мир, до нашей эры, у человеческого рода, особенно у тех, кто был вне Израиля, у них были какие-то оправдания, основания, знаете ли, вот, ну, сомневаться в Божьей любви, вообще, будем так говорить, жить по-своему и не любить Бога. Сейчас, когда вот действительно Иисус сказал «совершилось», когда все совершилось по-правдошному же, не понарошку как-то, сказочно, а по-настоящему, то теперь у человеческого рода, вообще у всех, евреев, не евреев, неважно, кто мы по национальности, нашей культуре, у нас нет никакого основания теперь не любить его. Нет никакого основания даже сомневаться в его любви. Потому я, когда, допустим, мало ли мысли, мало ли какие там переживания, какие-то обстоятельства в жизни, я скажу, сам себе даже говорю, у меня нет оснований вот не доверять его любви, сомневаться в его милосердии, в его любви, потому что он доказал уж куда больше свою жизнь за нас положил, кровушку свою пролил, уж куда больше искать доказательств вообще его божественной любви. И вот сегодня, правда, день сегодня особенный. Сегодня, я рад, что сегодня с вами. Сегодня суббота, шаббат, да, но это как бы празднество, оно и предпразднеством является сразу. Эрев Шивоот, это канун праздника Пятидесятницы. И Шивоот, Пятидесятница, это, ну, недели, но Шивоот, это клятвы. Это еще клятвы, которые, знаете ли, вот мы читаем, допустим, в Старом Завете, да, как это совершалось. Книгу Исход читаем, допустим, 20 главу, да, вот заповеди были даны. Прекрасно. И клятвы звучали определенные. И, конечно же, сам Всевышний Бог клялся. Человек клялся, люди сказали, да, люди клялись. Но знаете, те клятвы, какие прозвучали, даже если люди оказывались неверными, а часто мы видим это, Бог, клявшийся самим собой, он оставался всегда верным. Он оставался всегда верным. И это было гарантией вот, вообще спасения. В любом, даже в самых безвыходных ситуациях. У Израиля всегда оставался шанс. Всегда оставалась дверь открытой. Всегда. И вот Иеремия писал в 31 главе Иеремии. Вот те самые слова, вообще домашним заданием этим, как бы, вот всю 31 главу прочесть. Не поленитесь. Она потрясающая, потому что до 31 стиха этого, знаете, вот картина, потрясающая картина Божьей верности раскрывается просто. И вот в 31 стихе говорится: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля», 31 глава, 31 стих, «с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я, говорит он, да, я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот здесь вот действительно говорится о новом договоре Бога и человека. Но о старом Бог по-прежнему говорит: смотрите, хотя люди были неверны, но я оставался в союзе. То есть со своей стороны. Знаете, как вот говорят, да, когда, к примеру, совершается какой-то развод, да, угроза есть развода брачного. Так вот, и как говорят, даже неверующие психологи соглашаются, что если хотя бы одна сторона из этих сторон, да, готова сражаться, готова отстаивать этот брак, да, сражаться за него, то есть все шансы восстановления. Но если ни одна из сторон не готова, то, ну, не за что хвататься. А здесь, представляете,
когда договор Бога и человека. Даже если человек был неверен, Бог верный своему слову. А тем более в Новом Завете, когда кровью своей он запечатлел вообще этот завет. Великий завет великого Бога, Новый Завет. Вот, допустим, много мы порой тоже наших клятв звучим, да? Вот, к примеру, там, крещение водное, допустим, да, тоже как вот воспринимается многими как вот клятва, да? Или, допустим, как вот, я вот сравниваю тоже да, с присягой, допустим, да, вот с воинской. Вот, но все равно, на самом-то деле, даже все наши клятвы, все наши обещания, они держатся на его слове, на его обещании, на его верности. Все держится на его любви, на его верности, на его верности его слову, его заповедям, его обещаниям, вообще всего. Ну и мы знаем, что он настолько благ, что по сравнению с ним никто не благ вообще. По сравнению с ним даже самый добрый земной отец, самый добряк, какой из тебя может вообще быть на земле, он злой. По сравнению с добрым отцом нашим небесным. И вот, братики и сестрички, братья и сестры, друзья, действительно, это так. По сравнению с ним, любой земной, даже самый добрейший отец, он злой. Настолько он добр, что никто не добр, никто не благ, как он благ. И вот это великое, скажу так, откровение, великое послание. Я, допустим, когда вот со своими вот родственниками общаюсь, с мусульманами, сейчас, ну тогда, когда мы росли в советское время, тогда, ну, у нас даже мечеть там не было, и, в общем-то, никто не ходил никуда, никогда у нас. Хотя дедушка мой, он вот, обрезал у нас всех мальчиков, там, еврейских, татарских, вот, Гали Ахмед его звали, значит, и он такой, ну, любого, конечно. Не, ну такой, правда, справедливый был такой и прочее. Но, да, его звали Гали Ахмед. И Али, и Ахмед сразу. Вот, значит, и, так вот, и интересно, а сейчас прошло время, уже нет Советского Союза, теперь там мечеть везде стоит у нас, и по Поволжью. И моя родня, многие стали активно прихожанами такими, не просто захожанами, а там, в Казани был, там у брата своего двоюродного, Ренатки, значит, так он, у него там в холодильнике все халяль, все там у него там, коврик у него там лежит, надо же, интересно. И вот я когда общаюсь с родней, то, конечно, мы там о разном говорим, но мне говорят, ну почему, ну как бы не приобщиться к вере дедов. Вот, значит, мечеть, ну, я мечеть могу зайти, не проблема. Но я объясняю такую истину, что для меня самым большим откровением вот, в моей жизни, как верующего человека, является то, что Бог, Он мой Отец. Он мой Отец. А говорю в исламе, при всем уважении говорю, к вам говорю, но даже наоборот, есть прямое отрицание даже этого, что отцом для смертного не называй его, один из переводов говорит аята. Значит, есть другие переводы, но в принципе все об этом говорят, что для смертного человека, имеется в виду, Бога своим отцом даже назвать нельзя. И я читал одно свидетельство, которое мне очень сильно помогло тоже в то время, и помогало благовестие мусульманам, не только родственникам. Одной женщины мусульманской, покаяние, ее рассказ. И она назвала его, свой рассказ, я осмелилась назвать его своим отцом. Вот мне этот рассказ очень понравился, тронул душу. Именно вот, вот этим самым важным откровением. Думаю, надо же, для меня это тоже самое важное откровение. Что он, Бог, мой отец, и я его сын. И мы все его дочери, сыновья, дети его. И это для меня ну, самое великое откровение. А праздник Шивот, праздник Пятидесятницы, его еще называют еще праздником Богоусыновления. Интересно так. А почему? А вот объясняют так, что он вывел нас из Египта, это как бы было лишь начало. Потом мы оказались возле горы. И вот там на горе, Моше был там, Моисею, был на горе, конечно. Вот, и даны были заповеди, а мы слышали громы, молнии.
все блистало, земля тряслась, народ был в ужасе, в страхе, но там, в общем-то, было пояснение, что это все нам на пользу будет. Знаете ли, но самое интересное произошло, что то, что мы назвали Богу усыновлением, что мы некогда не народ, ныне народ его. Рождение народа. Потому что народ – это идея, не просто даже этнос, не просто даже родство кровное, а единство какой-то цели, какая-то идеология, какая-то, ну, какое-то послание, какое-то стремление. Допустим, вот эта песня, ставшая гимном, да, Израиля на все эти годы, хотя сейчас говорят, какой-то будет новый, наверное, гимн, но кто знает. Но вот пока на сегодняшний день именно эта песня, она является и официальным гимном Израиля, и в ней вы хатипа, атипа, надежда. Не та вот, надежда, мой компас земли, не та надежда. Там другая песня, но тоже очень с таким глубоким смыслом. Вот, и хотя я бы ту надежду тоже бы использовал бы тоже как некий гимн такой, там очень хорошие слова такие есть. Но вот в хатипе, атипе, в ней слова именно, по сути, выражают, есть слова, выражающие, наверное, почему она подкупает, ну, почти любое еврейское сердце. Большинство евреев согласны, что это наш гимн. Почему? Потому что в ней выражена какая-то национальная идея. Там слова, да, знаем все, да? В сердце не угаснет священный огонь, будет стремиться еврейская душа, будет стремиться к востоку на Сион, в землю отцов, что Бог нам обещал. Разве это не идея? Слушайте, это национальная идея, это стремление, это... А потом мы пойдем так. Нам надежда освещает путь, мы 2000 лет ее храним, будем снова народом и свободным на Сионе, в Иерусалиме. Будем снова народом и свободным на Сионе, в Иерусалиме. Вот эта надежда действительно 2000 лет сохраняла народ от того, чтобы раствориться, хотя много растворилось, много порастерялось, и вот даже на просторах бывшего Советского Союза много что растворилось, много что растерялось. И знаете ли, отец мой только лишь вот буквально за пару лет до смерти он согласился, что это нормально быть евреем вообще. Да, он буквально выцедил для себя, что да, я еврей. Это было, знаете, как будто он штангу поднял какую-то. Вот признание было сделать это. Настолько тяжело ему было это все сделать, я представляю. И он покаялся, слава Богу, принял Иисуса Христа, Иешуа Машиаха, то есть в войне еврейства, и по плоти, и по крови, и, значит, и по духу. Прекрасно, что это все произошло, когда его не стало. Для меня это стало, знаете, вот таким утешением вообще в жизни, что примиренным папа ушел к небесному папе. Это прекрасно. И на Шивот, на Пятидесятницу, произошло наше усыновление. Потому что там были евреи, потомки Якова по плоти, Авраама, Исаака, Якова. Там были не евреи, множество не евреев было. Есть еврейское предание, которое уже стало не просто преданием, а уже историческим фактом, да? Что далеко не все евреи вышли. Одни раввины говорят так, что 2/3 вышло, а 1/3 отпала неверием, осталась в Египте. Другие говорят по-другому, что наоборот, лишь 1/3 вышла, а 2/3 отпали неверием. Есть еще более, некоторое мнение некоторых отцов, будем так говорить, садиков, еще более печальные мнения, что лишь 1/5 вышла вообще, а остальные отпали неверием. 4/5 остались там, в Египте. Но, одним словом, мы не знаем точно, какой там процент остался потомков Якова в Египте, тех, кто не поверил Моисею, даже после всех чудес и казней. Но археология
уже в 19 и 20 веке полностью подтвердило вот, ну, это мнение, еврейское предание. Потому что археологи нашли следы огромного еврейского присутствия, целые города, поселения огромные, многотысячные, уже датируемые однозначно временем после, времени Великого Исхода, после Моисея. Вот, и еще несколько поколений евреев проживало там, потом растворялось, оставшиеся растворились. Точно мы не знаем даже, что с теми произошло неверующими. Но за место отпадших, в том же предании говорится, интересно, за место отпадших неверием природных ветвей этих, которые отпали от дерева жизни этого, Бог чудесным образом совершил привитие из диких ветвей разных народов, проживавших в Египте. Он совершил гиюр, привитие веры. И множество неевреев с разных народов, пришельцев этих, они поверили Богу Авраама, Исаака и Якова, они поверили Моисею как пророку, и они пошли, хотя они не были, подавляющее большинство из них вообще не были рабами, и они были свободными, и если рабам, кроме цепей, нечем было терять, как говорится, то этим людям было что оставлять порой, и дома, и земли, работу, положение, может, но они, эти люди, осознали одну очень важную истину, что без истины, без истинного Бога, да, без этой правды Божьей, они рабы. Даже если они свободны, даже если они и имеют что-то, на самом деле они рабы. А чтобы обрести свободу, надо идти за истиной, надо идти за Богом, надо идти за правдой Божьей. И они вышли из Египта. Друзья, поэтому изначально даже самая первая Пасха, что нам показывает, что это праздник веры. А затем вот все евреи, неевреи, все вышедшие из Египта оказались у горы. Ну, как говорится, место встречи изменить нельзя. Вот то место, где Бог ожидал народ свой, ожидал верующих, евреев и неевреев. Всех ожидал там. Интереснейший образ. А затем там совершилось чудо. Помните, я как-то рассказывал здесь у вас уже такую историю по исходу, 6 глава, 6, 7, 8 стихи, где, значит, вот рассказывается о, ну, вкратце, как бы, конспект Великого Исхода, как он совершается. Первое, это вот то, что он выводит, Бог нас выводит из Египта. Второе, что Египет из нас выводит уже. А потом, что совершается Богу усыновление, а нет, чудеса и знамения. Это все, вот как эти вот тосты на пасхальном еврейском обеде, седере. Первый бокал всегда, он, кстати, вот по этим текстам, первый бокал, там, ну, мы знаем, что мясо, да, мясо, хлеб пресный, маца, горькие травы, соленая вода, значит, что у нас еще там, ну, обычное яйцо еще используют, боже, ну, не крашеное, ничего, просто обычное вареное яйцо. Значит, что еще? А, мороженое делаем, значит, там, ну, одним словом, но самое основное это мясо, хлеб и горькие травы, вот, то, что мы знаем из Писания, да? Значит, вино, значит, но бокалы поднимались, вот тосты такие поднимались, вот по этим текстам, исход 6 глава, 6, 7, 8 стихи, они как бы вот, по сути, не только говорят о исходе, но и вот наукой является для вышедших и для всех нас. Вот первый тост поднимался всегда, Барель Агафен, да, плод винограда лозы, значит, за то, что мы вышли из Египта, мы не рабы. Второй тост, что рабы не мы, что Египет вышел из нас. Третий тост потом, по ходу всего этого банкета, будем так говорить, ужина пасхального. Третий тост, он поднимался о чудесах и знамениях. Мы вспоминали и казни египетские, вспоминаем каждый раз на Пасху, совершаем, когда пасхальный седер, или за столом, или мы как-то совершали пасхальный седер вообще там в доме одного брата, значит, там большой дом, там большая комната, вот, ну, как вот, три таких, наверное, вот эти залы, вот, значит, в своем доме, значит, большая комната такая, и застелали этими подушками, одеялами, значит, и там набросали прямо, значит, по центру сделали такое, ну, небольшое возвышение, вот,
И там, кстати, были эти угощения. Нам азербайджанцы приготовили, значит, будем так говорить, животное. Однолетние, значит, да, значит, приготовили, запекли, вот, значит, и поднимали тосты, там, возлежали, и, значит, да, поднимали тосты. И вот, когда третий тост поднимался, то, значит, вспоминали чудеса и знамения, вот, казни египетские, вспоминали не только о древних чудесах, но и о современных чудесах, которые Бог совершает во время нашего исхода, потому что исход совершается в жизни каждого верующего, по сути, вот. Вот, и потом четвертый тост уже, когда приходит время четвертого тоста, ну уже ближе к концу, все съедено, уже выпито со столом фактически. Вот четвертый тост, когда поднимается бокал, то он считается как раз, хотя это на пасхальном столе, но это считается бокалом вот именно Шивот, Пятидесятницы. И приму вас себе в народ, вот там написано, и буду вам Богом, вы моими детьми. Вот, и вот этот момент вспоминается за четвертым тостом, когда четвертый бокал поднимается на пасхальном седере. Ну, а до Иисуса Христа пятый бокал наливался всегда, но его никто никогда не поднимал. По крайней мере, от Моисея до времен и до, вот, до того момента, который мы называем Тайной Вечерей. Последний пасхальный банкет Ветхого Завета и уже первый, уже Нового Завета. И после вечери Иисус, нарушив многовековую традицию народа, поднял таки пятый бокал. Пятая чаша, это, она считалась чашей, знаете, какой? Ну, есть такое мнение, ну, это одно из толкований. Вообще, это чаша во времена храма второго, согласно Талмуду, это считалось чашей Машиаха, чашей Христа. Ее должен был поднять сам Машиах, сам Христос, и свое царство, государство, королевство свое объявить открытым. Вот, но в средневековье, во времена, как говорится, талмудического уже иудаизма, современного такого уже направления, ортодоксального иудаизма, многие вещи были переосмыслены, переиначены, и поэтому сегодня этот бокал называют бокалом Илии, Ильяху, Илии пророка, который должен как бы в одну из семей благочестивых взойти однажды и пятый бокал поднять, и царство Христа провозгласить, опять-таки не свое королевство, а королевство Иисуса, ну, Христа, Машиаха, провозгласить открытым уже, официально открытым. Вот, значит, но опять-таки это было сделано в средневековье, ну, вы понимаете почему, потому что христиане назло евреи, много что сделали евреи, назло христиан, ну, как бы это было, ну, любой развод, это скандал, это как бы много неприятностей. Вот как бы Бог-то видит нас одним, а вот из-за многовековых таких вот разделений этих, вот такой бардак до сих пор продолжается. Но ничего, сейчас время исцеления вот этого многовекового разрыва, знаете ли, многовекового такого, вот этого развода, который произошел тогда, еще в древности глубокой. Вот. Но сейчас время восстановления. Было время разбрасываться, а теперь время не скандалить, а примиряться и собирать все вещи вместе. Вот, потому что Господь грядет, никуда не денешься. Вот, слава Богу. И так вот, пятый бокал, пятую чашу, это Машиах Иешуа, Христос, Иисус, он таки поднял. И свое царство на самом деле провозгласил. Представляете, какая революция творилась в мозгах апостолов, что были там, на этом последнем пасхальном обеде, ужине, будем так говорить, Ветхого Завета и уже первым, уже Нового Завета. Он заявил, что это есть чаша после вечери, когда уже все было съедено, выпито. Он после вечери провозгласил, это есть чаша, новый завет в моей крови. Ну, де-факто она еще была в нем, эта кровь, то есть он не пролил еще за нас ее, да? Но де юре, юридически, он уже провозгласил, все, это есть моя кровь, которую я пролил, да, проливаю за всех вас. Вот, он провозгласил. И через некоторое время, через некоторые часы, и это все реально произошло, его кровь была реально пролита, он был пробит, истерзан, замучен, убит, распят, оболган, оплеван, осмеян. Все то, что писали пророки, даже самое страшное, все исполнилось на нем. Он был обезображен больше всех людей, и это было ужасом на самом деле, и позором, и стыдом, и всем. Но однако же похоронили его у богатого, опять-таки, в исполнении пророчеств. Это все, буквально все исполнилось. Слишком много для вот, случайности. Это все исполнилось в жизни Иисуса. Вот. А затем он воскрес.
Бог воскресил сына своего. Удивительная история. Потом Вознесение, вот праздник, вот Вознесение, даже в православии отмечается отдельный праздник, вот такие Вознесения. Да, значит, смысл, что он ушел, но, как вы помните, как Карлсон улетел, обещал вернуться, но Иисус, он не просто сказочный персонаж, он ушел, но он ушел, скажу так, оставшись здесь Духом Святым, Духом Святым, и он на самом деле вернется. Однажды, в конце веков, он вернется, мы говорим сегодня, да иди, Господи Иисусе, возвращайся, приходи, церковь ждет тебя. Удивительная история, его возвращили, но это уже другая тема. Но он грядет уже, друзья, как в той песне поется. Вот он идет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Там другие куплеты, мы эту песню вот одно время часто пели. Вот когда церковь только начиналась наша, вот, мы часто ее пели. Я очень люблю эту песню, по песне песней. Другие куплеты брали, вот просто брали эти из глав песни песней, эти отдельные темы, и их пели на распев. Однажды на ночной молитве даже пели вообще всю песню, прошли в рифму, неважно, просто пели так. Мне это очень понравилось вообще. Вот, на самом деле, потому что это песни песней, в книге всех книг есть песни всех песней. Самая главная песня в самой главной книге. Вот. И мудрецы правильно сказали, что в этой песне всех песней есть стих всех стихов. Вот. И мудрецы согласились, и одни, и другие. Это еще было перед пришествием Христа, накануне пришествия. Когда он еще, его мама еще была еще совсем еще девчонка, еще поскольку что он хотел, еще в те времена. То есть накануне его Рождества. И в это время были школы богословские, были такие уважаемые цадики, раввины. Одним словом, школы богословские. И две из них, из этих школ, очень известны. Школа Гилеля и школа Шамая. Шамая старшего имеется в виду, там и два очень младшие Шамая были. Вот двух этих направлений школы были. И эти школы в иудаизме того времени, они спорили между собой постоянно, во всем. Говорят обычно, да, два еврея, три мнения. Но примерно то же самое было там. Они спорили даже по обрядовым, даже по пустякам. Доходило там до такого смешного, там, допустим, на Хануку, на обновление, да. У Гилеля там зажигали каждый день еще одну свечу, допустим, или еще одну лампаду. И потом к концу праздника вся Ханука, это ханукальная минора, горела. А у Шамая наоборот. Все вначале зажигали праздника, а потом по одной гасили. Даже до таких пустяков доходило. Они в этом видели все особенный смысл, конечно. Можно везде найти смысл определенный, где он и есть, конечно же, безусловно, но они спорили. Но почему я рассказываю об этом? Потому что удивительное совпадение. Когда мудрецам и той, и другой школы задали вопрос, отцы, дайте нам стих, один стих, лишь один стих, чтобы он был нашим еврейским золотым стихом, ключом к Писанию. Чтобы через этот стих мы поняли всю Тору, пророков, выразили все Писания еврейские одним стихом. И самое интересное, не сговариваясь, обе школы пришли к одному и тому же мнению. Единственный момент, или один из них, я других не знаю, честно говоря, возможно, это вообще единственный момент в истории. Они пришли к одному и тому же мнению, и они перед Израилем высказали и тот, и другой один стих. И это было самое странное из книги «Песни песней».
Шир Гаширим. Это очень странно, потому что эта книга в Библии, в ней нет имени Всевышнего вообще. То есть это очень странно для библейской книги. Там нет, вот то, что мы называем тетраграмматон, да, Юд-Хей, Вав-Хей, нет имени Всевышнего Бога. И даже намека, если в книге Эсфири хотя бы есть намек на это имя, то здесь даже намека нет, даже образа нет этого слова. Вот тебе раз. Но самое интересное, именно в этой книге, ну, в нашем исчислении в 6 главе, нашли этот стих. По-русски звучит он так. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой мне. Они, так я, да? Они, лядоди, лядоди, ли. И вот это лядоди. Они, лядоди, ли. Вот это лядоди, переводчики как вот принадлежность видят. А это правда, так оно и переводится тоже. Но это лишь одно из. А вообще буквально я полностью в нем, он полностью во мне. Я без остатка им принадлежу. И там эти слова вообще-то они из, ну как, в современном иврите их используют порой в таких, ну как, описание, они словно интимных подробностей супружеской жизни. Вот эти слова используются. То есть эти слова означают полное удовлетворение, абсолютное довольство, экстаз, там и все-все-все эти слова описывают именно полное состояние блаженства, абсолютное состояние блаженства партнеров. Вот эти слова «лядоди» и «лядоди», они пишутся примерно одинаково в конце вот этого продлевания «и», вот это как не «и», а то, что продлевает слово. То есть это бесконечное наслаждение, бесконечное удовольствие друг другом. Вот, и представьте, в Писании, в Писании, когда мудрецы дали ответ, я думаю, что многие в Израиле были шокированы по-своему. Потому что ладно бы они из Торы взяли бы что-то, ладно бы они взяли из пророков, они взяли оба направления, ну это не направление иудаизма, это богословские школы, направлений было много. Вот они высказали одно и то же мнение, что действительно вот в этом все наше еврейское счастье. Вот в этом наша мечта. Знаете, вот есть, ну, как в разных народах, я говорю, да, вот, и говорим, что какая-то своя мечта, идеология, какая-то вот, ну, своя там, ну, не знаю, там, большая американская мечта, там, британская, там, как, ну, любой народ имеет свою мечту. И есть еврейская мечта, и она выражена, ну, мечту любого народа выражают обычно кто? Художники, поэты, да, там, значит, там, писатели, значит, там, политики, многие разные люди. Обычно говорят самые лучшие, светлые головы, да, как бы там, ум, честь и совесть там, и прочее. Вот, но самое интересное, в Израиле выразителями вот этой общенациональной такой идеи были пророки. То есть те, кто слышали Бога, и те, кто могли от Бога, от лица Бога говорить, они были выразителями. Даже современные, допустим, евреи-атеисты соглашаются с тем, что именно пророки были выразителями национальных этих людей, общих людей. С этим трудно было поспорить. Даже, ну ладно, это уже другая тема дальше. Но скажу, что действительно это было чудо от Бога. И сегодня скажу, что через Иисуса Христа для всех народов нашей страдавшейся планеты Божья, это святая мечта, она наша мечта. Божья мечта сегодня наша, общечеловеческая, можно так выразиться. Знаете, вот как воспитывались мы, да, в духе интернационализма. Только без Бога это порой уродливые формы принимало. Но с Богом это принимает прекрасный вид шедевра, просто шедевра. С Богом и в Богу. Настоящее, не поддельное, друзья, а настоящий Божий интернационализм. Общая идея всего человечества, как бы, ну, всей человеческой души, будем так говорить, вообще, как таковой, это то, что мы в нем, а он в нас. Опять-таки, прогрузчились, я вспомнил уже. Да, мне, например, так нравится вообще. Мне очень нравится. Я, значит, все эти годы просто, значит, ну, знаете, ой, одним словом, просаливаюсь. И когда начинает дергаться, я говорю, нет,
помни, первый запад огурца, не дергайся, не высовывайся, оставайся в рассоле, и дело, в принципе, я просто, братья, поясню, просто, ну, а то, братья, что за огурцы скажут. Значит, дело в том, что тема такая огуречная, она возникла так, сама собой просто. Дело в том, что когда Иисус уходил, то он, значит, говорил, что кто будет веровать и креститься, да, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Вот. И здесь, вот я как раз рассказывал, делился таким моментом, там слово «баптизо» стоит, «баптизо», «баптизо», поэтому в советское время такое было страшное слово «баптист», как бы, да, значит, это советский элемент, вот, «баптист». Но, а на самом деле, это хорошее слово, оно неплохое слово, не ругательное, это «баптист», значит, ну, крещенный, погруженный. То есть это как бы ничего плохого в этом нет. Часто уже понимают многие, ну, и не понимают еще. Но, в общем-то, слово хорошее. Значит, хотя для меня в моем прежнем христианстве было пугающе немного, честно говоря, вот когда я был традиционным священником, многие вещи недопонимал эти. Но вообще баптист, значит, погруженный. Но дело в том, что в старом греческом языке все было гораздо серьезнее. Если в современном греческом баптизу это окунуться, погрузиться в смысле окунуться, вот, то в старом греческом, на котором было написано послание Нового Завета, собственно, означало погрузиться и, в смысле, там и остаться. Вот. Вот. И это слово использовалось, ну, остаться, пока не пройдет полностью процесс. Значит, это слово использовалось чаще всего для описания соления огурцов. Вот так вот. Так что Дух Святой взял это слово из, как говорится, книги о вкусной и здоровой пище. Вот. Ну, по крайней мере, вкусной. Значит, и греки любили овощи соленые, солили их, вот, значит, и огурцы очень сильно любили. Вот на рынках можно было и малосолом побаловаться тогда, среди эллинов. Значит, малосол любите? Вот малосол чем он отличается? Да, что он сочетает свежесть, как бы, да, еще элементы свежести, но уже и солености. Вот на шкурке соль, а внутри еще много свежего. И вот сочетание соленого и свежего свою прелесть создает, да? Греки тоже любили малосол. Но малосол они баптизу не называли. Баптизу называли только лишь те огурцы, которые полностью прошли просолку. Имели соль не просто на шкурке, да? А внутри себя имели уже соль. Вот так вот, так что? Товарищи огурцы. Да, и вот я такой пример такой прям представил себе. Бог берет нас из грядки этого мира и прямо в катки. Со своим божественным рассолом. А его рассол — это вот его Дух Святой, его Слово, его истина. Он сам, его сердце, его любовь. Но погружаемся туда. Ну, а я так представил, ну стоп, а для огурца? Вот каково огурцу? Значит, рос себе, товарищ, на грядке. Небесными росами питается. Все хорошо вообще, благодать. Он уже стал уж такой же, о, уже огурец уже лежит, уж такой, знаете, вот. А потом приходит хозяин и, оба, отрывает. Да, а другие огурцы думают, а ну, какой огурец пропал, а? Да. Но для, на самом деле, для огурца это жизнь новая, совсем новая жизнь, все. А те, кто остались на грядке, опасность есть гибели урожая. Но Бог хочет, чтобы весь урожай был спасен. Чтобы все пошло в закрома его, чтобы с грядки мы прямо в катки погрузились и просолились. Вот поэтому такой пример. Я даже, кстати, проводил семинар в Рязани, помню тоже, в Рязани, там баптистская церковь. И там у них пастор Анатолий Ветин, он сам баптист, баптистович баптистский уже, в третьем поколении уже, просвитель, значит, там пастор, значит, служитель баптистской церкви. То есть, как бы такой, ну, известный довольно, вот как бы, и семинар проводил, также назвал баптизу. Ну и давай рассказывай, там еще другие значения некоторые рассказывал. Из истории примеры приводил. И он интересно потом такой вывод сделал в конце уже. Там брал микрофон, ну как пастор должен завершить как-то. И он сказал, что я как баптист, значит, и баптистский, баптист настоящий, коренной. Не думал никогда, что придет батюшка и будет учить нас, как мы нам быть баптистами. Вот, а потом сказал, я как понял, пока слушал, говорит отец Сергей, понял, говорит, что я еще не баптист еще. Мне еще нужно обаптиститься, как-то пропитаться, как-то погрузиться, как-то пропитаться им Богом. Вот, так что вот, понимаете, это как вот евреи, когда вышли из Египта, ну и не евреи, все, кто вышли из Египта, да, вчерашние рабы,
пошли за Моисеем, как за вождем, тогда был Моисей, сейчас Христос, мы знаем, да? Значит, так вот, пошли за Моисеем, за Богом, значит, и, но Чарльз Спержен правильно говорил, 40 дней надо было Всевышнему, чтобы вывести нас из рабства, из Египта нас вывести. Но 40 лет понадобилось Всевышнему, чтобы Египет вывести из нас. Представьте, 40 дней, чтобы нас вывести из Египта, и 40 лет, чтобы Египет вышел из нас уже. Вот интересный процесс такой, да? Вот. Но сегодня мы знаем, что этот процесс совершается во время благодати этой, через, опять-таки, Иисуса Христа и самим Иисусом Христом. То есть доверяющийся Ему, доверяющийся Богу, это все совершает сам Бог Всемогущий. Аминь. И в этом много раз убеждался я и убеждаюсь постоянно. Вот. Ну а Шавуот, это когда уже нас уже, скажем так, ну, для огурцов, наверное, не знаю, как представить, с чем это можно сравнить. Наверное, когда на стол уже накрывают уже, наверное. Ну, чашечка такая, уже мисочка с огурцами там, уже там, вот, они уже, да, уже просоленые товарищи. Вот, а еще к чему, говорю об этом? Потому что на Шавуот была идея потрясающая оглашена всемогущим Богом, что Он хочет нас видеть царством и священством, народом святым, который Ему принадлежит, и священством. То есть, представьте, это как, не знаю, как каста священников, что получается, на этой планете появилось бы. Интересно. И это удивительный план, он, казалось бы, ну, до конца не исполнился. Вот читаешь, и как-то вот в Исходе, допустим, читая, перечитывая там 19, 20 главы и дальше, вот такое послевкусие остается, вот чего-то не завершено. Вот как-то не завершилась работа до конца. Вот что-то не хватает. Вот. А что не хватает? Помните, в 19 разделе, там, главе 19 Исхода, там, когда говорилось, что нельзя к горе приближаться, а потом Господь сказал, но во время протяжного, трубного зова они могут взойти на гору. То есть все люди, вот это да, то есть они туда, где Бог. И вот тогда во всей полноте бы исполнилась вот эта мечта Бога. Царственное священство. Представьте, не один Моисей сошел и блестел, его лик, да? Значит, а представьте, весь народ там, ну, пару миллионов сошел с горы, и все вот такие светлячки. Это пробуждение планетарного масштаба. А представьте, эти светлячки разошлись по всему миру. Куда мы пришли? Что с вами? Евреи идут. Вот это да, это что за еврейский всемирный заговор такой? Он есть заговор по спасению всего рода человеческого, вообще всей нашей планеты. И во главе этого заговора сам Господь Бог Всемогущий. Но ключевым стал, ключевой фигурой в этом заговоре стал сам Сын Божий Иисус Христос, единородный. Как знаете, как вот там даже Штирлиц отдыхает. Он пришел в этот мир и жил вроде как человек, вроде как вот Homo sapiens, вот обычный с нами человек, оказывается, с нами Бог. Не просто даже человек, а Бог. И знаете ли, здесь, конечно, да, то, что он совершил, это стало чудом спасения всего рода людского. Это чудом стало спасение. И Библия называет его Нового Завета, Иисуса, сравнивает с Адамом, ни много ни меньше, называя его новым Адамом. Удивительно. То есть это новая общественная формация, это новое человечество. Это новая эра на самом деле. Не просто так вот, ну, календарь, мы берем новая эра. А действительно, по факту, новая эра от нового человека, нашего праотца уже от нашего Бога. Вот это да. И поэтому сегодня каждый из нас, я могу сказать, что я вот Сергей, там, сын такого, но Божий. Самое главное, не просто, а Божий. Уже Божий. Так что... Прошу любить и жаловать. Слава Богу. А еще хочу прочесть еще из Нового Завета текст такой. Из Ефесян. Послание Ефесянам, 5 глава, 8 стих и 9. Здесь написано, интересно. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света. Интересно.
Потому что плод света, ну, в переводе с андалем написано дух вообще-то, да, но в оригинале там стоит света все-таки. Я перепроверял, да, ну да, света. Плод света состоит во всякой благости, праведности и истине. Я скачал как раз с номерами Стронга. Вот, интересно. Да, фос, свет, Господи, эти света. И здесь плод света, опять слово фос стоит. Свет. Во всякой, вот написано у нас благости, да, доброте, вот я сейчас буквально прочту, как там оно, интересно, как в Новом Завете указано, сейчас, доброта, благость, доброта, существительное женское слово, так, термин для обозначения доброты, подчеркивает нежность, удивительно, да? Праведность, так, праведность, что-то. Праведность, справедливость, законность, правда. В смысле справедливости или порядка, основанного на справедливости. И истине. Правда, истина, верность, истинность, правдивость и еще как искренность еще. Это же слово переводится как искренность. А, знаете, вот... перечитывая такой момент, я как-то всегда читал, что плод духа, да, значит, но, да, действительно, но это свет, дух, это Бог, Бог есть дух, Бог есть свет, и знаете, удивительно, когда были тьма когда-то, люди, мы когда-то тьма были, теперь свет в Господе, и этот свет сверхъестественный, он поселяется в человеках. И, конечно, удивительно происходит, много что удивительно происходит в этом мире. Очень много. Я не знаю, может ли будет в последние времена даже будет такое, что будем реально светиться, я не знаю. Кто его знает, даже, но. Но этот свет, он особого рода. Что зайдет свет твой. Твой, да, да. Твой свет. Да. Не какой-то. Да. Мой свет, да. Удивительно, что этот свет, поселяясь в нас, он светит всем. И этот свет будет сиять. Он уже сияет. А еще больше будет сиять. Я предвкушаю, кто-то больше сияет. Помните, я рассказывал свое свидетельство, вот как раз тоже читали мое свидетельство тоже, да? Что, значит, там еще пареньком, еще молодым человеком в карцере, еще будучи в армии, там, в советской еще, вот еще будучи в карцере, пережил свет. Тогда для меня это было таким, ну и, не знаю, и утешением, и ободрением, я даже не знаю, как назвать, подкреплением. Вот, как будто бы это пища была какая-то, как будто это была, не знаю, вода, жизнь какая-то, не знаю, потому что вот мое тело даже изменилось. Ну, не знаю, я себя не видел со стороны, как оно изменилось ли так, насколько, но я ощущал даже свое тело по-другому вообще, потому что мое тело не хотело спать, не хотело есть, не хотело пить, не потому что не хотело, а потому что оно было довольно насыщенно. Вот. То есть этот свет, он, который я видел тогда вот в том карцере, я, ну, поначалу подумал, наверное, с ума сошел, потому что, представьте, полумрак, значит, уже к тому времени месяц уже в этом полумраке, в этом карцере. Значит, ну просто, ну, ломали. И знаете, и в этом, ну, в этом карцере, в этом полумраке вдруг яркий свет. Ну и первая мысль была, наверное, все, наверное, ну, с ума сошел. Но стало вдруг так хорошо, что, как говорится, не в сказке, как в герое, кстати, что называется. Вот, значит, так хорошо стало. Вот. И даже уж не помню, что там произошло дальше. Но помню, что вот в этом свете был еще свет. А, еще, кстати, этот свет был настолько интересен, что вот, вот как художник, я запомнил такую вещь интересную. Этот свет, он вот как бы насквозь проходил. И он не оставлял, знаете, полутонов, теней. Вот, я всегда до, допустим, до армии рисовал, много рисовал я. Школа художественная, студия ЗО, школа художественная, потом училище художественное было. Вот, значит, и знаете, вот всегда любил игру света и тени.
Но самое интересное, этот свет, он насквозь проходил, он не оставлял пол тонов, теней, вот это одно. А второе, он согрел. Тогда у нас не было микроволновок, но вот нечто я могу себе описать сегодня, сейчас, это как будто бы вот, что-то наподобие микроволновки. Изнутри. Я был внутри горячим, согрелся изнутри. Вот, и представьте, целый месяц ну, на холоде быть, да, значит, там температура такая, ну, почти нулевая. То есть лужить было очень сложно в этих условиях вообще. Вот, значит, дышать этим хлором этим дышать. Вот, значит, потому что там, перед тем, как меня посадили туда, там, ну, одним словом, издевательства были над ребятами некоторыми. Вот, наливали 2-3 литра воды туда и собак хлорки, и закрывали. А там герметично фактически. То есть сразу сопли, слезы, голова вот такая. И человек теряет сознание очень быстро. Вот, потому что от хлора, пытка хлором очень страшная вообще. Вот, там буквально 2-3 раза, и человек подписывал, что ему говорили, кто подписывал. Значит. Ну, ломали ребят некоторых очень серьезно. Это было, у нас такая была часть, такая была, к сожалению. Хотя офицеры не все были садисты, были нормальные офицеры, но были, к сожалению, такие, которые, ну, просто они не могли не издеваться над ними, просто с элементами садизма. Вот, и тот офицер, который вот меня туда сажал, он считал, что верующий человек – это, ну, знаете, вот как вот грязь какая-то, это как вот, ну, изгой, это, ну, как начальник штаба у нас выразился, мне к нам передали, что рота образцовая, но там есть одна паршивая овца, которая все только с тобой ходит. Вот он считал так, допустим. И вот тот родный командир тоже так считал. Значит, потому что на моем личном деле там еще военкоматик написал, что верующий. Вот, и пошла такая служба. Вот, значит, но особенно последние полгода ломали. Вот, первые полтора года было нормально, даже очень хорошо, могу так сказать. А вот последние полгода было просто очень жестко. С карцера не выходил фактически. Значит, выйду. День-два и снова вахту, и чаще всего одиночку, и чаще всего карцер. Вот. А последний раз, когда посадили, то этот ротный пообещал, что живым я оттуда не вернусь. Значит, и вообще пообещал, значит, вначале пообещал, что оттуда пойду сразу в дисбат на полтора года минимум. Вот, а там дебель ногами вперед сделал. Начальник дисбата, это по Московской области дисбат был там. Значит, его родной дядя был там начальником. И мне там писарь передал нашей роты. Когда наша рота в Карлу заступала, что говорит, они уже там дембель ногами вперед делали ребята. Ну, из армии списать не по человека, а тем более из дисбата. Процент списываемых очень велик. Вот, значит, то есть, а списывали обычно самоубийство. Вот, и вешали человека, и все, и самоубийца, все. Вот, значит, и потому что большинство самоубийств, которые у нас совершались, они были не самоубийствами, а просто были убийствами, которые оформляли как самоубийство. Все. Вот, значит, страшные были истории такие, но. Знаете, не хотелось умирать, и вообще, ну, молодой еще пацан совсем, ну что, 20 лет, что и, понимаете, вот, и даже и лукавый приходил, я сейчас это понимаю, тогда не понимал, мысли такие шальные приходили, другие, значит, такая мысль, что, ну что, кому что доказал, ты, что тебе больше всех надо, что ли, вот твои уже все, уже дембель уже, все уже ушли, уже ты один остался, и теперь еще дисбат тебя еще, и ногами вперед еще помещали. Дембель. Вот как бы, ну что, кому что докажешь-то вообще. Вот, я уж там, ну ладно. Но потом было хорошо. Мысли эти приходили, шарили, тут уже уходили, потому что так хорошо становилось, когда начинал молиться. Ну, молиться запрещали, но про себя, или же полголоса, или про себя. Потому что если слышишь, что молишься, то еще сутки добавляют, еще трое суток. Прочее. Вот. Просто за крестик на теме там добавляли еще сутки, трое, еще суток. То есть находили каждый раз, и поэтому набежал, вот, к тому времени уже месяц набежал в карцере. То есть это месяц не спать, месяц не есть, фактически ничего не есть. То есть там то, что после трех суток стали давать немного, там это даже еду нельзя было назвать. И самое страшное, почти ничего не пить. Там полкружки наливали такой жижи. Знаете, вот посуду моют, такая гадость, а в нормальных условиях нормальный человек страшнее плюется. Вот, а там даже это будешь, потому что, ну, хоть что-то. Или уринотерапия помогает. Спасти больше никак. Или же облизываешь стену, цемент этот, бетон этот, значит, просто язык, чтобы немного было влаги на языке. Вот, и все.
Значит, это постоянно полумрак, и раз в сутки ты видишь в коридоре свет. Значит, там новые роты в корову заступают и прочее. Плюс еще хлор, плюс еще почки, печки отбивают, сразу, значит, поступаешь туда. Вот, значит, и, в общем-то, как бы, значит, ну, ситуация такая, хохаешь кровь уже в конце. Вот, значит, и вот когда месяц закончился, вот я уже хохал кровью уже. Вот, значит, и, значит, а что делать? Вот, в этом хлоре находиться целый месяц, значит, это тоже не шутка. И плюс еще холод. Этот холод, он просто настолько, это было уже как паника. И плюс еще развивалось нечто вроде как клаустрофобия, потому что это как, это маленькое помещение, как будто бы, знаете, грузовой лифт застрявший, вот, только цемент, вот, с полумраком. То есть, ну, одним словом, было жестко. И когда новый офицер заходил к тебе в карцер, значит, каждый вечер, то, значит, последние разы там уже спрашивали, ты как, что, нормальный парень, что ли? И когда я увидел свет яркий, вы понимаете, почему я под ног, наверное, то, о чем как раз офицеры шутили. Наверное, все. Но эта мысль такая шальная, она ушла сразу, потому что так хорошо стало что-то не передать. И представьте, вот меня этот свет так согрел, что я не остывал. Перед тем я промерз, ну, это не передать, когда целый месяц ты на холоде фактически. Ну, фактически нулевая температура. Значит, это не передать. Выжить невозможно в таких условиях. На тебя одно ХБ только. Никакой мебели, ничего. Это просто цементный мешок. Значит, каменный мешок. Значит, только лишь когда можно немного приседаешь и отжимаешься чуть-чуть, чтобы кровь немного разыгралась. Вот чуть тепла внутри возникает. А так никакого тепла нет вообще. Вот, значит, и, понимаете, ну, мечта была попасть в общую камеру хотя бы. Значит, там хотя бы, ну, тепло хотя бы. Хоть кого-то увидишь из людей. Вот, значит, и знаете, и вот в таком состоянии, когда этот свет он наполнил, вот, ну, он сквозь проходил, он так согрел, я еще там оставался еще пару недель, вот там же, в этом же месте. Ничего внешне, ничего не изменилось. Мне не сказали, что все решено, это я потом уже узнал все, что было все хорошо. Значит, тот офицер, который мне дебель ногами вперед обещал устроить, он сам уволился, оказывается, за мной ногами вперед, погиб трагически. Вот, значит, тот прапорщик, значит, секретной части полка, который меня когда-то на постоянку хотел взять, значит, который следил за всем этим, что происходит, ну, другие офицеры следили за тем, что происходило. Вот, но этот прапорщик, на него повлияло так это все впоследствии, что когда мы с ним уже встречались, уже в 91-м, в конце 91-го, начало 2002-го, ой, 92-го начала, годов мы с ним общались в Москве и в Подмосковье. Вот. Он тогда в Москве служил уже диаконом. Представляете? Вот так вот на него повлияло все это. Значит, то есть он уволился из армии, значит, и вот пошел вот по таким стезям. Интересно. Вот. А я служил там в Рязани. Священником в конце 91-го года служил в Рязани в Борисоглебском соборе. Тогда мне уже положили уже. И интересно, вот я не знал всего этого, но я был теплым. Представляете, то есть не остывал. Когда этот свет я видел очень коротко. Это был яркий свет, он согрел меня, напоил, накормил, утешил. Вот. Но потом он перестал быть видимым. Но когда я перестал его видеть, я не видел, знаете, вот как вот после яркого света. Если целый месяц вы в полумраке, да, и потом яркий свет, даже коридорный свет, он на глаза, знаете, ну, хоть что-то увидел в течение дня. А здесь, представляете, когда, значит, яркий, намного ярче, как на солнце, даже еще ярче. Но самое интересное, никакие зайчики не бегали, ничего. То есть, вот, когда все это исчезло, не было ничего абсолютно, вот, не лезло на глаза, никаких последствий не было вот этого всего. Значит, и я был теплым, и я не хотел спать. Не то чтобы не хотел есть, не хотел пить, не хотел. Вот я не могу себе представить сегодня это вообще, не могу представить. Вот. Но тогда это было реальностью в моей жизни. Вот, и, знаете, не хотеть есть, допустим, есть привычка, да, вот, как вот в том анекдоте, да, вот, когда мужики встречаются, ну, как твоя, как корова, а, лошадь, да, только привыкла к нержам чужих, не сдохла. Вот, значит, есть привычка, вот, как бы, да, вот, но, а здесь не привычка была, я не то, что привык, а тело мое было довольно. И представьте, этот свет сегодня, он здесь.
Этот свет, он здесь, я мне даже самому трудно представить свет. Но он здесь, и он в нас, верующих, и он в какие-то моменты просто, наверное, он обнаруживается как-то, в какие-то моменты критически он как-то особенно проявляется, но интересно. Вот, и когда я однажды об этом освидетельствовал, спустя годы уже, лет 10 прошу больше, рассказывал в собрании, там были курсанты, много было курсантов, вот, и там был один офицер, полковник, он же врач-психиатр, это будущие военные врачи. Вот, и он, значит, потом мы общались после уже собрания, и он мне сейчас сказал, что, говорит, ну, при всем уважении, но я вот сделал вывод, что у вас была галлюцинация. Вот. Потому что, ну, понятно, это было издевательство, это было ненормально, ну, вот, ну, что бывает такое. Но, говорит, месяц дышать хлором, быть на холоде, в голоде и обезвоживание, ну, как, это, ну, все условия для хорошей галлюцинации. Вот. Но я ему возразил, этому человеку, я сказал, что, знаете, говорю, товарищи, господин полковник, извините, но не согласен. Почему? Потому что галлюцинация, она не меняет обстоятельства вокруг человека. Значит, не меняет обстоятельства. Это лишь влияет на самого, может, человека, который видит все это, но никак не на обстоятельства жизни. А здесь, говорю, все поменялось, абсолютно все поменялось. Вот, приговор мой отменился, будем так говорить. И человек, который мне хотел ногами вперед сделать деньги, он сам погиб. А я вышел на своих двоих. И при том, значит, скажу так, слава Богу. И это чудо Божье. И знаете, друзья, поэтому, да, отличие галлюцинации, значит, там, значит, от видения, именно вот в этом, когда видение, это не просто, знаете, вот как бы, о, НЛО, как-то там, что-то такое. Нет, нет, это действительно Божий мир, как бы в этот мир приходит явным таким зрелищным образом, но для изменения определенного, для какого-то действия определенного в этом мире. Не просто так. Вот. И... Но вот воспоминания о том свете, да, а ведь я не видел не просто свет, кстати, к слову скажу, что я не видел не просто свет. В этом свете я видел еще ярче свет. И это был Иисус. Я знал сразу. Знаете, вот в этом свете все понимаешь по-другому совсем. Там не надо тебя разъяснять, мне не надо спрашивать. Вот, извините, кто это, значит, там, переспрашивать, уточнять, вот, значит, там в этом свете сразу понимаешь все. Это, знаете ли, это, как сейчас, допустим, вот, эра интернета, да, эпоха интернета. Подключаешься там и обновляешься сразу телефон, значит, допустим, там что-то загружается, а это в миллионы-миллионы раз больше. Ты сразу все понимаешь, все знаешь, и о тебе все знают, и ты все знаешь. Вот, и я сразу знал, что это Иисус, хотя, ну, первый раз его видел так, воочию, знаете, воочию. Значит, и, ну, на иконах-то я видел, но там совсем другое, там такое больше, на иконах он все-таки такой, ну, грустный, как минимум, или там, или депрессивный, там, или трагичный. Ну, хотя бывало и разное, там, ну, в Эрмитаже, допустим, просто есть разные Иисусы, да, тоже. Но все равно вот такого улыбающегося, такого довольного, как вот говорят, как паровоз довольно. Вот я не видел никогда Иисуса. Он довольный-довольный, вообще это, я там чуть не плачу. Значит, я вот просто обратился, ну, так вот уже, обессиленным уже фактически, что, вот говорю, значит, ну, я даже не помню, что я сказал этим тогда, Бога. Примерно так сказал, что я же христианин, кому мне еще, ну, вообще, обратиться-то, собственно, помоги как-то. Ну, я не помню даже всех слов, но я просил о помощи. Но я не думал, что, конечно, там, видение какое-то будет. Никогда не думал об этом. Вот, значит, я же думал, только какие-то святые там отдельно там мог, чтобы увидеть там, ну, какой-то ж, да, дела давно минувших там лет. Вот, значит, но как бы, что мы недостойные грешники, чтобы там мог, чтобы увидеть, даже не думал. Вот, а здесь, значит, плюс еще он в таком свете, такой яркий, и такой довольный, такой счастливый, не передать. Знаете, вот, глаза и улыбка, особенно тогда меня поразили, глаза и улыбка, вот, улыбается. Вот, глаза счастливые, знаете, ну, с таким даже восторгом смотрят, восторгом. Ой, вот и все. Ну, он очень быстро, он подходил ближе, и вот когда вот где стена, так примерно моя была, значит, внутри меня как-то что-то сказало, или я сам так подумал, что это достаточно, или довольно как-то, или как-то так. И все прекратилось, но... И,
внутри также все переживалось, также клокоталось сердце, все трубилось, все значит внутри, что я понимал, он также здесь присутствует, просто я перестал его видеть. Я так потом стал понимать, что если бы еще хотя бы одна секундочка, я бы в теле не мог бы просто задержаться вообще. Смерть обычно это когда как выход из тела или вырывание из тела. Бывает очень болезненная смерть человеческая. Я знаю, о чем говорю, когда подростком был, умирал. Вот выход из тела это довольно болезненная. А здесь можно выпрыгнуть из тела с радостью. Совершенно без болезни. Вот это было потрясающе. Вот. Вот тогда я был готов просто выпрыгнуть. Вот, и он перестал быть видимым. Я потом пытался изобразить его спустя годы, пытался как-то на холсте, чтобы изобразить то, что я видел. Но иногда казалось, вот я что-то поймал, вот сейчас получится это изобразить. Но когда я работу прекращал, останавливался, я понимал, что невозможно. Это, как знаете, какой-то смертный восковой слепок какой-то остается. Он, потому что он живой, в нем все движется. Может быть, с помощью компьютерной графики можно что-то создать такое, но это оно должно быть движущееся. Оно не такое живое в нашем смысле слова, оно другое какое-то. Оно. Ну ладно. Вот. Может, Бог даст. На небесах сделаю портрет обязательно. Попрошу Иисуса это сделать. Живыми красками. И знаете, друзья, пусть Господь благословит, и вот этот свет в нас, он все совершает это, и доброту эту, с нежностью даже, вот, и эту любовь, эту радость, это вот все он производит, этот свет в нас. Сам по себе человек, он не в состоянии даже по-настоящему не быть добрым, не полюбить, вот ничего по-настоящему, вот хорошего ничего не сделает существо человеческое. Так получилось, не потому что так, мы плохие такие. Нет, не поэтому, не потому, что наш вот мастер, как бы, да, значит, нас создавший, он что-то не учел. Нет, он все хорошо сделал, весьма хорошо. Просто так получилось, что после вот того, как в той нашей первой семье, наших пращуров, да, еще Адама и Евы, вот пошло все так вот наперекосяк, то вот это злое начало в человеке, оно стало, к сожалению, ну, господствующим, что ли. Вот, и эта земля, она получила такой страшный, скажем так, удар и последствия вообще до сих пор, знаете ли, тьма усиливается, но с другой стороны и свет ярче еще становится. Еще ярче Божий свет становится. Слава Богу. И я верю, что в последние дни верующие просияют. Верующие просияют очень сильно. Чарльз Спержен говорил, интересно, что сердца человеческие, они похожи как на глину и на воск. И когда там где-то в полумраке, где-то там в подвале, они могут быть примерно одинаковыми на ощупь, там, по состоянию своему. Но когда это вносишь на жар, на солнцепек, то воск он плавится, тает, а глина в камень превращается, каменеет. И вот сердца человеческие, присутствие Бога ближе и ближе, но от этого присутствия кто-то будет окаменевать, а кто-то будет во тьму превращаться, потому что ожесточаться, а кто-то будет просветляться еще больше и больше. Его присутствие ближе, чтобы он не поразил земли проклятием, надо просто действительно сказать ему: да, Господь, я смиряюсь, я принимаю твою любовь, я принимаю твою благодать, твой свет, не хочу жить во тьме, хочу жить во свете и ходить во свете, потому что ты свет мой, ты моя жизнь, ты мое счастье, радость моя. Слава Богу. И пусть Господь благословит всех нас, вот, так что такие светлячки. Божьи. Этим божественным светом светите, вот, светить всегда, светить везде. Вот лозунг мой и солнце. Да, это наш лозунг. Пусть Господь благословит, благословляю вас этим благословением священническим. Завтра и послезавтра у нас праздничные дни, вот эти Пятидесятницы, Шавуот. Знаете, конечно, по традиции такой еврейской, это обычно молочные блюда, какие-то там молоко и мед, да, но это ж намек на царство грядущее, да. Говорят, самая древняя песня, многие исследователи, даже не религиозные, признают, что это одна из самых древних, или даже самая древняя еврейская песня про молоко и мед.
Согласно преданию еврейскому, она была написана еще тогда, нашими отцами, когда ходили по пустыне. Они ходили и подпевали. Эрзавахалав. Халяв он ваш. Халяв это халява, да? Это молоко. Молоко. Знаете, что халява русская от еврейского халяв? Молоко. Потому что еврейские женщины, ну, раньше религиозные, когда соблюдали шаббат, то значит, коров не доили, а приглашали русских, украинских или белорусских женщин и говорили: халяв, халяв, халяв. То есть можешь прийти, подарить корову и молоко. И корова довольна, и еврейка довольна, и ты довольна. Молоко в семью. Вот, и все знали, что раз в неделю у евреев халява, бесплатное молоко, вот, поэтому халяв. Унваш, значит, халяв, унваш, молоко и мед. Эрецават халяв, халяв, унваш, эрецават халяв, в этой земле течет молоко и мед. Эрецават халяв, халяв, унваш, эрецават халяв. Халяв он ваш, эрец зават 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 халяв. Этой земле течет молоко и мед. В жизни моей течет молоко и мед. И в жизни твоей течет, в жизни нашей течет молоко и мед. Молоко и мед, божественное. Слава. Слава Господу. И сегодня я так понимаю, хлебопреломление. Счастье. Да, вот, вообще молодцы, у вас постоянно, да, каждое служение? Да. Здорово, молодцы. Это правильно, потому что, знаете, вот есть разные там воззрения, там раз в год, или раз в месяц, или раз в неделю, не знаю. Вот, я лично обеими руками, чтобы за вообще каждодневное вообще причастие, Евхаристию, причастие, чтобы размышлять, рассуждать о теле крови Христа, постоянно. Я лично без этого не могу просто, не могу. Но я знаю, потому что это моя жизнь. Я знаю, что действительно не чем-то другим, а именно кровью Иисуса Христа я искуплен от суетной жизни, преданной нам от отцов. Я знаю, что это действительно это, ну, спасение только через кровь Иисуса Христа. Вот, и размышляя об этом, даже если нет ничего, даже если нет ни вина, ни хлеба, ничего, просто вот, я как-то пример такой вспоминал, да, я про эти молоко и пряники, когда мы снимали квартиру. Значит, там у нас было тогда трое детей, да, трое, у нас сейчас шестеро детей, внук растет, вот, да, уже больше года уже, так что мое детство началось, да. Значит, а тогда, значит, да, у нас было трое детей, значит, и маленькие еще совсем, вот, значит, а мы купили молока и пряников свежих таких, значит, и смотрим, они там таскают с кухни, а мы на кухне живем с ними, ну, и надо проследить, чем они занимаются. Значит, я, значит, проследил, но так меня сразу дети заметили. Вот, значит, папа, заходи, заходи. Вот, они в комнате что сделали? Рассадили там этих медведей, куклу рассадили, играют в причастие. Вот, значит, Настя там старшая, но она зачинщик слова, пастор, организатор. Да, значит, Коля там беспортошный, но с Библией. Значит, там проповедник, значит, Серафим сидит, он вообще, ну, как бы, он просто участник этого всего процесса, вместе с медведями, с куклами сидит, и вот, как прихожанин определили. Вот, значит, ну, и я среди кукол сел, ни разу не был в кукольной церкви, вот, первый раз так бывал в кукольной такой церкви. А сижу, ну, конечно, я это как игру, так, ну, ладно, пусть так играют, лучше, чем может быть другое, пускай так играют. Ну, как бы, я это несерьезно воспринимал, честно говоря, тогда, первые минуты, по крайней мере. А дальше началось. Вот, вот. Реально Бог там был среди этих куклы и медведей, но Бог там присутствовал. Но я был настолько вот шокирован, честно говоря. Я пережил там такой стресс, хороший. Вот я говорю, что в разных собраниях переживал порой, и в наших собраниях, в гостях, вот, переживал какое-то такое особенное переживание, но
Вот я говорю, что в жизни вот несколько случаев таких было, особенно переживание причастия, Евхаристия, это вот, как ни странно, это один из таких случаев. Вот. Хотя он был совершенно ну, кукольный такой, как бы, да, потешный. Но это было действительно чудом. Бог там реально присутствовал, просто я, ну, не знаю, как медведи и куклы, но я был в шоке просто. Я был реально ощущал, даже не просто ощущал, это слово. Он там присутствовал, реально присутствовал просто во всем этом. Да, это было молоко и пряники, да, это ломалось, да, я там ел из себя и за куклы, за медведей этих, значит, причащался. Но, понимаете, я там еле, ну, даже перед куклами стыдно было, я, чтобы мне там не разрыдаться просто, но дети, что скажут, папа, ты что весь разрыдался. Я просто не, еле себя мог сдержать просто вообще от того, что там творилось. Вот реально, я понимал, 2-3 слова сказал Коля, 2-3 слова сказал Настя, Серафим сидел просто там, подтакивал, соглашался. Куклы молчали, медведи тоже. Вот, значит, а я там чуть не плакал, потому что вот реально присутствие Бога, тело и крови Христа, было в этом все. И знаете, я вот рассудил так, что действительно причастие совершается же не ртом просто, да, или желудком. То, что входит в нас, оно не может нас не осквернить, или тем более не осветить, не может нас хуже или лучше сделать духовно в смысле, а то, что исходит. И вот само причастие, смысл его именно вот в рассуждении о теле и крови Христа. И я еще вспомнил, еще в 91-м году как раз, тогда еще последний месяц Советского Союза, и я приехал на свой первый приход, где был настоятелем, село Виленки, Михайловский район Рязанской области. Так интересно было, так переживательно было. То в соборе служил там несколько месяцев уже тогда, значит, ну как бы так. Ну это в соборе это одно, ты там не отвечаешь ни за что. Пришел, значит, там тебе дали время, там послужил, все там благословен Бог наш, все, ну тогда служил, и хорошо. В конце недели получил конвертик, благословение, все хорошо, ну, мне нравилась моя работа, пришел такая творческая, такая, все. Вот. Значит, а потом сказали, вызвали в епархию, сказали, вот так вот, отец Сергий, езжай на свой Богом данный приход. Я приехал, первый раз в жизни в селе оказался вообще. Так интересно, и городской человек никогда в жизни даже не начинал думать даже в селе, а это так интересно, в селе, вот, приезжаешь, представился, да, батюшка. Да, значит, в этом храме. Значит, и мне понравилось. Интересно, конечно, ответственности больше. Там все возрождалось, все с нуля фактически. Значит, и, но я стал читать этим бабушкам. Там в основном бабушки были, там группа, такая инициативная группа, там бабушки прихожанные. Вот, они были старинные бабушки многие, некоторые были помоложе. Вот, а в основном все были еще с 19 века. То есть вот, костяк, сам костяк этой церкви. Вот, то есть в 91 году им было там 93-94 года, там, то есть они еще 1800 там. Вот. Ну, там другая была бабушка, соседка, она ее молодуха звали, она 1900 там была. Вот, она самая молодая из них, из этой как бы группы, инициативной группы была самая молодая. Вот, думаю, что себе девка, ну, она в девку засиделась, так, замуж не вышла, как вот, 1900 года. 91 год был ей. Вот еще деньги, красавчик ее все так разгибли. Вот. Но самое интересное, вот эти, значит, женщины, да, ну я им давай рассказывать какие-то истории. А когда с ними стал общаться, они мне таких вещей понарассказывали. Я как в кино сходил. Каждый раз общаюсь, ну, слушаю, я с открытым ртом слушаю. Думаю, вот это да. Мне жалко, не было раньше ни камеры, там, даже магнитофон хотя бы включить, там, записать такие истории. Вот, и ну, вот одна из историй, значит, публиковалась, я им зачитывал, они мне похожие истории, давай рассказывают тоже. История называлась «Деревенская дурочка». Вот, просто прочитал, журнал «Московской патриархии», по-моему, публиковал тогда. Вот, значит, или «Церковный весть», не помню сейчас точно. Вот, значит, «Деревенская дурочка» называется рассказ. Значит, там, значит, 20-е годы, комсомолия, свидетельство такое. Значит, пионерии, комсомоли, как раз там все это вот наслаждалось. И вот такая, как молодежная, как сейчас говорят, тусовка в каком-то амбаре, не амбаре, ну там вот молодежь, ребята, девчата. Вот, значит, и вот, а там была одна девушка, она уже взрослая девушка, да, но а по уму еще ребенок совсем. Вот, ну и так ее звали, как, ну, дурочка, вот. Но она вместе с молодежью все время там присутствовала. Вот, а эта девушка, она из такой религиозной семьи, вот. Но они тоже все раньше в храм ходили, а значит, как бы, ну, уже такие все уже пионеры комсомоли. Значит, а она все, ее родители там водят там, туда, в храм.
вот, причащаться. Вот, она как бы кроме этого ничего нам как бы, так, они понимали, не знала. И вот, и они решили над ней подшутить, как бы, подыграть. Вот, и говорит, ну мы сейчас мы тебя причащали. Вот, она такая, о, такая довольная, все как бы, причастие тоже. Но они там, ну, все раньше ходили в храм, то знают, как примерно это все выглядит. Вот, один там на себя что-то там балдахин какой-то делал, вроде как батюшка, другой как диакон вроде как, налили самогонки, хлебушка, значит, там покрошили, ну, вот сейчас они тебя причащают. Она, ну, довольная, как причастие идет, значит, как бы, да. Вот. И дальше интересный такой, как бы, финал потрясающий. И вдруг в этом амбаре запели ангелы. Вот. Короче, там и батюшка покаялся. И диакон переверстый. Короче, все покаялись там. Всю комсомолю, как корова слезала. Одним словом, значит, вот, значит, а дальше уже было интереснее вообще. Ну, не всех судьбы, но некоторых из этих людей, которые там были в том амбаре, на том служении, как бы таком, ну, шутовском, потешном, которое стало реальным, настоящим. Вот, вдруг, в одночасье превратилось в настоящее Божье служение, ангельское такое. Представляете, значит, судьба некоторых из них сложилась таким образом, что даже они стали исповедниками, значит, там, проповедниками, исповедниками, то есть за имя Христа даже пострадали. Вот, потому что, ну, дальнейшем, там, 30-е годы уже. То есть за Христа, представьте, вот это да, думаю. Вот, прикоснулись к божественной любви. Хотя все было вроде как шуточно. Знаете ли, не понарошку, не по правдушному. Вот, но если даже одно сердце готово вот, веровать, да, все возможно верующим. Удивительно, когда мы веруем, да, что божественность тела и крови Христа, то не только в нашей жизни чудо происходит, я убежден, чудеса происходят в жизни окружающих людей. Удивительные чудеса, и потом других историй, сейчас просто времени не достанет даже рассказывать. Там мне эти бабушки рассказывали своих историй, там мне порой страшилок, правда. Но как бы, но все, в жизни такое в кино не увидишь такого. Вот. И я понял, особенно одна там была такая, самая заводная такая, баба Наташа, ее звали. О, там была вообще, да. Я удивлялся, под 100 лет женщине, представьте, за 90 далеко, а она ходит вообще-то, притом быстрым шагом таким, с утра пораньше, еще люди добрые спят еще, она уже вдоль села. Одним словом, утром у меня не только было молочко парное, а еще и все свежие сплетни. Короче, кто где родился, кто где женился, кто что. Короче, я радио не нужно, телевизора не надо, я все знаю. Сарафанное радио работало. Баба Наташа, она, короче, она, ну, да, значит, все знала. И вот, значит, это мне говорили, это мы еще не застали ее мужа, покойника уже. Вот тот был, да, первый парень на деревне, там, гармонист, значит, и прочее. Они были очень похожи, говорят, такие очень харизматичные были в этом селе. Вот, но самое интересное, у него была кличка, я чуть не упал. Представьте, как его в народе кликали, как его, Аллилуйя. Я так, а почему Аллилуйя? Ну, как бы, ну, это довольно нетипичная кличка. Там одного пятак звали, ну, понятно, он там в детстве пятак проглотил, еле его спасли, и так ему стал пятаком по жизни. Уже старик, уже, а все пятак. Значит, вот, значит, там, ну, еще, я так узнавал уже людей уже, интересно, узнать сельские все новости. Вот, а его мужа звали Аллилуйя. Почему Аллилуйя? А он все время, вот, когда никого нету, там, едет, хоть летом, хоть где-то, в телеге, а, ну, кто-то слышал, поет, Аллилуйя, Аллилуйя. Вот это да, думаю. Интересно. А потом я стал спрашивать, он православный? Да, православный. Но все время Аллилуйя орал. Вот когда где-то за селом, где-то едет в телеге, в санях, Аллилуйя у него. Поэтому по жизни он Аллилуйя. Вот. Значит, дальше там. Вот. А это баба Наташа. Они же это, ну, это, ладно, я все-таки расскажу эту историю. С коровой. Рассказывал про корову, нет? Ой, уже я же вам ничего не говорил вообще еще. Вот. Под занавес расскажу как раз. Дело в том, что, значит, оказывается, там было чудо у них еще тогда еще, при царе еще там, и как бы, ну и сразу после царя. Чудо было у них с коровой. Короче, ее мама, ну, бедная семья была. Баба Наташа из бедной семьи очень. Вот, будьте здоровы, подтверждаю, сестра. Другая тема, суеверие.
Значит, и, в общем-то, там, ну, семеро по лавкам, она, мама ее овдовела, так получилось, значит, и, значит, вот бедная семья. А у ее мамы была, значит, это, как сказать, мечта, корову свою. И вот однажды кто-то там как-то там, не знаю, благословил или как-то еще деньгами ее. Но там, говорит, ну, на козу максимально, короче, она корову хотела. И вот, значит, и она пошла на рынок, а еще, говорит, баба Наташа, а баба Наташа была такая, и не самая младшая, и не самая старшая, то есть где-то так, посреди была. И вот, значит, и всех на коленочки поставила, вот, молились с этими деньгами, она их спрятала, значит, и пошла на рынок. И представьте, она там ходила, спрашивала, конечно, за эти деньги ничего она не могла найти. И вот под конец уже рынка, рынок расходится. Представьте, значит, она идет, и вдруг видит мужичок, ведет коровенку. А корова такая, что вот она в сельской жизни, она понимала, что корова не жилец. Вот. И она возьмет и спросит его, а куда вы ее там, ну, в бой или куда, как? Ну, продать хочу. И сколько вы же за нее хотите? И он называет сумму, которая у нее, она сельская житель, она понимает, что она сейчас сделает глупость вообще вот, по-человечески, вот эта корова сдохнет, до утра даже ведь чудо будет уже. Вот. Но самое интересное, представьте, она это как ответ на молитву поняла, достает деньги, и тому мужику, наверное, мужик обалдел, как она же понимает, за что деньги бросает. Отдала деньги этому мужику, представьте, и корову привела в село. Короче, там вот кто-то смеялся так над ней даже, что, ну точно, деньги дали как людям, она на ветер выбросила вообще. Корова сдохнет, не жилец точно. Вот, но самое, да, а еще, баба Наташа говорит, значит, корову завели прямо в дом, значит, там отгородили место ей, там, ну, была как там, как царица, в общем, у нее самый лучший угол такой у нее. Вот, значит, и все молились за нее, за эту корову, тоже на коленочке всех детей, и она, и молились за эту корову. Короче, корова не сдохла. На утро попросила кушать даже. Ну, как-то там позывы были у нее там. Значит, дали ей что-то поесть там, значит, там. Вот. Она первое время только ела. Может, мужик меня молил, не знаю. Короче, значит, она ела, у нее любовь к жизни появилась, у этой коровы. Вот, значит, да, как Диккенс написал, любовь к жизни. Вот. Она ела и мычала, и жила у них там, значит. Представьте, прошло время, одним словом, там история такая очень долгая, там, я там слушал, а еще не только эта баба Наташа рассказывала, а еще другие там бабы, эти постарше которые, они подтверждали, они говорят, да, мы это знаем точно, вот это было чудо такое, что не только на всю село, там и другие села знали об этом чуде. Короче, корова эта со временем стала рекордсменкой. Она давала столько, еще до того, она давала столько молока потом, что даже там у них, тоже в Рязанской этой области, там другое село, был один мужик, фанат коров вообще. Богатый мужик, богатый человек, он вообще и спал с этими коровами, там, и дневал, и ночевал там, значит, в этих коровниках. У него коровы были даже медалисты, значит, возил туда, в Европу, на выставке, с медалями были коровы. Вот, значит, и у него там коровы жили лучше, чем у нас люди живут, значит, все чистились, он там рабочих нанимал, которые за ними следили. И вот, значит, и представьте, тот мужик был вынужден признать, он, ему рассказали, что так и так, что вот корова там есть в таком-то селе, и сказали, что у нее даже больше молока и качество лучше, чем у тебя. Он вызов принял, значит, и, а я же не рассказал, как все это началось. Значит, когда первое было молоко с этой коровы, вот баба Наташа, представьте, значит, вот она, ну, старая женщина, да, вот и она так, ну, плакала, значит, она говорит, что вот мы думали, а дети плачут, голодно. Раннее детство прошло такое, что просыпалось только с одной мыслью. Досыта поесть хлеба. Вот мечта была у ребенка. Представьте, досыта поесть хлеба. Вот. И, значит, и представьте, первое молоко, какая-то кружка какая-то там молока этого. Что интересно, значит, ну, мы думали, вот она сейчас даст, наверное, самым младшим. Ну, конечно, самым маленьким. Вот. Самое интересное, эта женщина, ее мама, да, значит, не дала ни детям своим, ни старшим, ни младшим, и ни сама не попробовала. Представьте, она с этим молоком пошла по селу. Вот. И нашла, ну там их несколько таких было. Короче, в этом селе было несколько вдов. Тоже там мало-мало меньше, семеро по лавкам. Ничего нету, значит, и все. Представьте, эта женщина принесла все молоко и даже сама не попробовала, и деньги дала своим, а дала полностью им куда-то. Потом пришла, говорит,
прошло время, снова молоко было. Она говорит это, снова надой, и снова все принесла, только в другую семью уже. Короче, и вот первые надои, которые были с этой коровы, она ни сама не пробовала, и ни детям сам не давала. Что такое не дать детям, которые плачут? Шла и находила вот эти вот, к этим женщинам, и отдавала им полностью молоко. И только когда всех вот этих вот вдов этих обошла, только потом уже сама уже пробовала, детям давала. Но вот с каждой надой, пусть это было немного, она отделяла часть и каждый раз относила туда что-то, вот этим другим. И вот их корова стала рекордсменкой. Вот, и даже тот мужик, который приезжал, значит, там и интересовался, что это за корова, все, он там, значит, при нем там и надаивает, надой там, и при нем кормили, все, он смотрел, вот, и он признал, тот мужик, вынужден был признать, что да, действительно, корова дает больше молока и качество лучше, чем его рекордсменки. Вот так вот. Вот, и насчет медалистские коровы, он там вот не отставал от матери, где взяли корову, кого купили, что значит, что за там порода, то есть, а ничего такого особенного нельзя было сказать вообще даже. Вели как на убой, все, никакая вообще, вот, стала рекордсменкой. Вот, и значит, и да, вот Даша говорила, интересно, что все выжили, потом времена были такие голодные, и война, и не одна, и, значит, и много всего было, но самое интересное, выжили все, вот, значит, и вот Наташа дожила почти до 100 лет. Вот, рассказывал такую историю. Вот, да. Вы знаете, когда этот свет Божий в нас приходит, да, он совершает великие дела. И в том числе и в наших коровах, и в нашем всем. Вот, он совершает, Бог великие дела свои совершает. Спасибо, Господь, за все. Спасибо за это причастие сейчас, за Евхаристию. Хлебопреломление, спасибо за то, что действительно мы не тленным золотом или серебром или чем-то еще искуплены, а драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного Агнца, искуплены от суеты жизни, искуплены совершенным образом. Спасибо, Господь, что Твое спасение – это дар Твой, подарок во Христе Иисусе, Господе нашем. Спасибо, что это благодатью, это не от нас, это Твой божественный дар человеческому роду. Спасибо. Спасибо, что однажды в моей жизни это чудо произошло, и этот дар Твой я принял. Спасибо, Господь. Ты полностью прощаешь, исцеляешь, освобождаешь. Боже, принимаем Твой свет. И, Боже, горим этим Твоим светом, и Твой свет в нас и через нас, верующих. Слава Тебе за все. Благослови сегодня всех нас, благослови Петра творения. Пусть Господь здесь, на берегах Невы, Боже, Твой Дух Святой, Твой свет этот сияет, Боже, сияет и просвещает всех. Во имя Христа Иисуса, благословен Ты, Царь наш, и благослови всю нашу страдавшуюся планету, Боже, потому что вся тварь стенает и мучается, ожидая откровения сынов Твоих. И пусть это откровение, оно будет в нас, о свете Твоем, о победе Твоей, о жизни, о здоровье Твоем, о любви Твоей, о прощении Твоем. Спасибо, Господь, Боже, благодарю Тебя, милостивый Царь наш. Слава Тебе за все. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим. И помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа, Боже, Бог Авраама, Исаака, Якова, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого,
Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Спасибо, Господь. И в этом хлебопреломлении сегодня яви свое чудо в судьбах наших. И через нас. Аминь. 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 Аминь.